Во всех населенных пунктах страны 1 сентября можно видеть большое количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу, где для них проводятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года, а также уроки мира, ставшие уже традиционными. Про гимназии и сказка прошла торжественная линейка, приуроченная ко Дню знаний и 30-летию со дня открытия. В ходе праздника звучали песни, стихи от первоклассников и выпускников. От лица педагогического состава по традиции выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вера Гущина и пожелала учащимся хорошего учебного года. Дорогие ребята, дорогие родители, сегодня у нас праздник. Праздник для первоклашек, поэтому мы обратимся сначала к вам. От лица директора и всего педагогического коллектива, дорогие первоклассники, сегодня праздник и тысячи школьников нашей страны. Желаем вам в наступающем году побольше отличных отметок и поменьше сложных заданий. Пусть учеба дается вам легко, будут интересные уроки, пусть перемены будут для вас веселыми. Желаем, чтобы новый школьный год принес вам много удивительных открытий и верных друзей. Не бойтесь трудностей, верьте в себя, стремитесь к знаниям, и у вас все получится. Конечно же, мы поздравляем и наших родителей, первоклассников. Они тоже становятся учениками. Поэтому вам терпения, здоровья, взаимопонимания с вашими детьми и с педагогами. Конечно же, хочется поздравить наших педагогов, талантливых педагогов, которые стремятся сделать уроки для детей интересными. Вам творческих успехов, здоровья и всего самого наилучшего. Дорогие ребята, в добрый путь! Первый звонок 1 сентября – праздник начала учебного года, прежде всего для учащихся, родителей и педагогов. С особой торжественностью встречают первоклассников, которые впервые переступили порог прогимназии «Сказка», где в этом году будут обучаться два первых класса, более 80 детей. На данном праздничном мероприятии в качестве почетного гостя присутствовал депутат городского собрания Республики Дагестан Камалдин Алибеков, который поздравил всех присутствующих с этим знаменательным событием. Добрый день, дорогие первоклассники, родители. Я хочу вас от себя поздравить с этим знаменательным даже праздником 1 сентября. Я хочу пожелать вам, чтобы на протяжении всего учебного года вы были такими красивыми, опрятными, родители радовали своих учителей, и поздравить вас. Счастья вам, успехов, добрый путь. В первый день ученики первого класса будут ознакомливаться с новой школой, педагогами и одноклассниками, а также постепенно с учебным процессом. Кроме того, немаловажным этапом является знакомство с первым учителем, который для них станет наставником в их начинаниях. Традиционно, по завершению праздничной линейки, посвященной Дню знаний, прозвучал первый звонок на урок. Курбан Гериханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».